где у нас левую руку касается, там можно будет сучить правую сторону. Да, почему бы не попробовать? Нет, конечно, можно тоже самим сделать. Вот всякие разные делают прикольные штучки там для колечек. Ну вот, нам предложили прийти на мастер-класс, и мы пришли. Мы согласились. Вот, ну делаем вот у нас... Ой, нельзя так. Ну интересно. Да, мы даже ждали целую неделю. Затягивает. Потому что было скучно, нечего делать, почему бы. В свободное время почему бы. Да. Ну, кино можно каждый день любой посмотреть. Да, а почему? Это... Погулять тоже можно часто, этим не каждый день займешься. А это сделаешь, и уже и у тебя, да, на память. На память. Можно пользоваться в дальнейшем. Руки. Если у нас руки не намочены, то у нас ничего не получится. Если у меня одна рука не справляется, да, я беру две руки. Было очень интересно это все прочувствовать, эту глину. То есть ты вот себе воображаешь это в голове, и руками это все выводишь на этом куске, и получается то, что у тебя в голове, и очень здорово получается. Я в этот раз делала вазу, я бы хотела, может быть, сделать такую же, только повыше, чтобы как бы ее интересно вытягивать из маленького кусочка, и ее вот вытянуть очень длинной, было бы прикольно. Ha 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 ha!